Два года назад этот день запомнился березняковцам резкими перепадами температур, потому не обошлось без аварий, как несерьезных, так и трагичных. На трассе Пермь-Березники автомобиль вылетел в кювет. Образовалась огромная пробка. Все дело было в мокром снеге, в результате которого покрытие дороги больше походило на мыло. 4 года назад в этот ноябрьский день в поселке Карьер-Известняк пара белых лебедей не спешила улетать в теплые края. Некоторые местные считали, что самка ранена и не может летать, а верный самец остается рядом с ней. Другие говорили, что птицы просто слабые и дальние полеты им не по крылу. Была и третья версия. Осень оказалась в том году теплее, чем обычно. Вот лебеди не спешили покидать Урал. Кстати, закончилась эта душещипательная история вполне благополучно. Птицы все-таки улетели в теплые края. Рок за здоровый образ жизни. С этой идеей 7 лет назад на березняковской сцене выступали музыкальные коллективы со всего края из соседних регионов. Свободный от алкоголя и наркотиков фестиваль «Точка» к тому моменту 6 лет подряд объединял ценителей рока различных направлений. Знакомил публику с молодыми и перспективными группами. Но, к сожалению, фестиваль «Точка» 2014 года стал тогда заключительным.